представим такую ситуацию. Вот собирают колонистов на Марс и отправляют. Чем нам там, что нам там делать, блядь, в полете? Будем музыку слушать. Какие бы ты взял вот 6 групп с собой, вот 6 там команд, которые ты слушал, блин, потом? Ну, я думаю, группа Браво, группа Секрет. Взял бы Металлику, Депеш Мод, взял бы Pet Shop Boys. Ну, естественно, я бы взял бы, чтобы видеть и слышать своих друзей. Это адовый мужик. Это лучшее, это для сна мне. Ну, конечно, алкоголь, для самого сладкого. Наливай Мишутка, чтоб вспоминать родной орел. Братву. Нет, а что еще можно, ну вот, в принципе, что еще можно слушать? Ну, может, дискотеку какую-нибудь. Ну, рэп. Дискотека восьмидесятых. Прикинь, летишь, а тебе всю дорогу там бубнит кто-то. А, кстати, я это как вот сегодня слышал, что Риана, вот 5 лет уже не выпускала, ну. Песня, вот сейчас будет у нее новый концерт. У Рианы, да? А с кем она будет? Она Шайранды вроде только а поет. А вот это неизвестно, неизвестно. 5 лет она вообще не выпускала ничего. Ага. Но она очень большая умница, я ее безумно люблю. Как певица, ну, как женщина мне она не нравится. Слушай, я вот это, что-то с Евровидением тут тормознулся. От России кто был на Евровидении? Ой, блядь, как же ее зовут там? Непонятная кобыла-то, блядь. То ли матрешки она была в какой-то... Ну, я вот что-то там видел, ой, какая-то матреха. Да, да, я забыл. Ну, она 10-е место, по-моему, заняла. А кто то ли 9-е, то ли 10-е. Я забыл хоть... уже, как ее, то ли на хэту, блядь. Ну, короче, хуйня. Вот. И даже песня не запоминается, я так да понимаю. Да ну, не спеши. А что, какая-то песня в Евровидении запомнилась кому-то? Не, ну как, почему? Запомнилась. А, ну да, когда Абба выступала. Нет, когда Лорди выступали. А, эти финны, что ли? Да, эти да. Чухонцы, блядь. Чухонцы. Ну, почему? Запомнились. Вот вообще они. Я не понимаю, для чего это Евровидение нужно. Ты... Ну, так послушай, это передача для домохозяек. Ну, вот именно, ёпта, ну, вот как правильно сказали, что это как вот дырка в бюджете на 10 миллионов. Ну, да. Вот, а так-то они ни о чем. Там все ни о чем. Лучше лишний раз салют где-нибудь, блин, долбанули бы. Праздник для народа был. А лучше бы, ёпты, дали бы ребенку, чтобы по телевизору не показывали бы, блядь. Ну да. Эти деньги бы, блядь.